Я напишу тебе письмо. В нем будет ровно 20 слов о том, что я пишу назло, о том, как нам не повезло, но повезло. Жди меня, мы когда-нибудь встретимся заново. Жди меня, обреченной может быть радостно. Жди меня, в этом городе солнце как станция. Как бы не сгореть мне, как бы не сгореть.